Смотри, Катюшка, вышли, да, из машины, где Ширдибаба, и подошли к машине, где Ширдибаба, да? Ну, как интересно. Вообще. Погода такая классная, тепло. Жарко. Давай, желтая была. Да, была светленькая. Приехали сегодня. Это наш, видимо, последний гастроль сюда. Молдегуа. Скоро мы улетаем в Бангалор и будем в любимом Путапарце. Пати-пати. На максималках говорю. Макс-пати. Так, ну, одеваем масочки. Здесь проверочка рюкзачков. Что там Катюшку тормознули? Ну, пока сумочку показала, теперь рюкзак показывает. Он хочет, да, он нас отправляет на шопинг, он хочет помассажироваться. Давайте машину выиграем или чего? Так, ну куда мы? Вначале платочки, потом очочки. Пошли, где твои очки? Пошли. Рэй Бан, да? Там снимать-то можно, не знаешь? Да, меня один раз наругали, что я снимаю. Пока-пока. Версачи, ты за такими очками пришла? Ну, я вообще Рейбан хотела. Рейбан. Это фирма. Сколько денег ценник был, да? Так а почем опиум-то для народа? Ну, не почем знаю, Рейбан? Я рассчитывала на 1003-4, но фиг его знает. Хотела узнать, сколько стоит. Тогда, ну если не открывается магазин, пошли тогда в Биг Базар. Может быть, да, похоже, куда идем тогда. Ну смотри, обычный 12500 очечек. В смысле обычный? Дольче Габбана? Нет. Или которые? Дольче Габбана? Мы такие, как эти, три. Так, он 19, да, я вижу. 19? Это что? О, боже. Рада. Рада. Вот, я за 1200 нашла. Это которые? Вот эти. Дайте хоть чего-нибудь, что лежало хоть рядом с Дольче Габбаной, это поносить. Ну пошли в Биг Базар, платочки ж нам надо. Вот, кстати, магазин с кроксами. По 4, по 5 тысяч, хорошие кроксы. Резиновая обувь. Мне никто не верит, что мои голубые кроксы, настоящие кроксы за 4000. Я не понимаю. Что-то не верят. Почему мне не верят? Потому что говорят, что я дороже 100 рублей ничего не покупаю. Нашла платочки с золотом? Да, там и бирюзовый с золотом. Да ладно. Ну, цена другая. Какая? 450-350 просто. Ничего, будем гулять. На, закрывай. Тебе помочь хотели? Я поняла, да. Я тут как бы сама разберусь, какой мне размерчик нужен. Ой, я вообще их даже шокировать не хочу. Не, я влезу в самый последний. Что, на кассах я была? Она сказала на кассе. Вон там. Ой. Вот, да, вот там много. О, вот это, да? Не, вот. Ну, да. Нам же с золотом надо. Вот смотрите, какой здесь красивый. Обойдите. И вот бирюзовенький.
Ну, тут значит, на цветов-то. Но у нее, честно говоря, был хлопковый. Да, вот это вот, конечно, прям... Это синтетик-синтетик. Я знаю, что у меня голова чесаться начнет от этой синтетики. А она именно здесь была? Она сказала, возле кассы. Мне вот этот нравится цвет. Я желтенькое это люблю. Прикольно, золотенько. Угу. How much? Ты видишь? Ну-ка, 449. Ага, но все-таки синтетика же, да? Ну, она приятная, но как бы... Но все равно. Ну, такое. Жарко будет голове. Голове и так всегда жарко. Чувствуется что-то такое. Не самое натураль. Ну вот натураль. Нам надо натураль. Ой, сори. Да. А касса где? Тут вперед там. Сейчас. Покажи. Ну, все красивее. Почем? 500. Это мы Катюшку можем сюда втыкнуть. Вау! Я не могу перестать говорить это вау. Симпатично. Шикарно. Блестки, ну боже, шика блестка там. А здесь вон сколько блесков. Ой, а бирюза-то какая красивая. Я блестки очень не люблю. Я обожаю. Последнее время я что-то обожаю блестки, смотрите. Супер. Мне очень нравится такой цвет. Сколько стоит? 699. 700. Ну, приятненько. Да, на ощупь. Материал очень приятный. Очень здоровско. Ага. Ну, в Биг Базаре много чего должно быть. Желтый. $1099 вот такое платьишко. Так, а такое 1300. Ночнушечка с пеньюаром XXL, а цены я не вижу. Купи 3 за 900. 629. Тоже очень приятно. Вот это очень приятно на ощупь. Растягивается. 1600 стоит платьишко. Может даже на меня растянуться. ₽700. Такая вот двойная блузочка. $800. Футболка. Так, а где касса? Пошли поближе к кассе. А вот в такую даже я влезу. Но у меня есть белая похожая. ₽500 такая стоит. Трикотажик. Прям ух. Ох. Приятная широта. Широта. Свободненько. Продувать. Вот почти как у Катюши, у второй шортики, похоже. Нашла мужскую рубашку наконец-то, да? Вообще. И хотела. Столько цветов, я растерялась. Я не знаю, в какую клеточку. В какую клеточку? Сколько стоит? 1400. Обалдеть, ты мотовка.
Наша же цена 200, любимая. Блин. Не помещаемся в любимую цену. Так. Это какая цена? 400. Уже ближе к нашим идеалам. Хендбэг от 600. Мне вот этот понравилось. Веселенькая такая. 1500. Вот из-за этого понравилось зайчика. Так, вот уже пришли поближе к этим. К кассе. И может здесь как раз такие платочки. Вот 300, да? Так, сколько? 230. Да, нашла золотинку и нашла не сильно, так, 350. Не сильно синтетический. Да, приятный. Приятненький, да. Какие кисточки тут забавные. Mm-hmm. Какая прелесть. Ну, давай что-нибудь еще с бриллиантами мне найдем. Давай же найдем. Так, все одного цвета тут, да? Желтенький есть? Может, еще с той стороны? Да, может. Смотри, какая нижнятинка. Да, прелестно. Прелестно, прелестно. 279. Дешевле, чем у моих дилеров на пляже. Повязочка на голову. Я подумала, сколько. О. Thank you. Welcome. Катюшка, я сейчас всякого разного наберу. Ты потом будешь мне судилище устраивать, ладно? Хорошо. Ой, смотрите, у меня сейчас блесточка. Где? Вот это она покупала. Вот. Вот. Ура. Тоже блестит. А это почем такие золото-бриллианты? Более чем нашли. 379. А что-то я... Вот это-то убери, второй-то что-то прицепился, шар. Что-то прицепился. Да. Классно смотрится, давай. Реально. Короче, я уже что-то это... Сейчас хорошо, выберем. Хорошо, что муж пошел массаж себе делать. Это ему антистресс. Слушайте, а мы что, последний забыли? Не нужен. Что-то там не видно больше. Сори. Я тут сейчас все эти... загородки пошибаю. Так, а розовенький я такой взяла, нет? Вот такой. Ксюшенька, спасибо тебе, дорогая. Весь бюджет я растренькала. Спасибо, что сообщила про такие шарфики. Все, друзья, полностью меняю имидж. Давно вы меня ругали. А я все не слушалась, а вы мне писали, какая я вредная, ношу банданы. Все, теперь будем наслаждаться платочками. Платочки. Угу. Мейчинг. Ну смотри, у тебя еще есть время подумать до того, как я пойду на расплату. Брать желтый. Мне желтый идет. Конечно брать. Хороший, нежный такой. Замечательно. Чудесный. Да. Чудесный цвет. Вообще 149 стоит. Конечно, брать. Конечно. О чем думать? Такой взяла. Сестре может такой взять. Я не знаю, понравится ей такая расцветочка. Слушай, что-то меня тут... Как Катя говорит, раскапустилась, да? Я тут вот вся раскапустилась. Вот такой может еще взять. Но у них что приятно, они вот не такая откровенная синтетика. Они как бы похожи несколько на хлопочек. Похожи.
Во всяком случае, так не скрипят, как вот те. А вот такой взять не знаешь? Такой? Да. Или не надо такие искры на голове? Так он вот такой. Какой-то бабушкинский. Да. А вон тоже такой. Бабушачий. Да. Вот симпатичный за 400. Посмотри, тут шитье такое. Да, интересненький. Не знаю, как он, конечно... Не бабушачий? Ну, не знаю. Так я не знаю, как он выглядит, когда раскрытый. Бабушачий или не бабушачий? Не посмотреть. Может, попросить их посмотреть, раскрыть? Давай попробуем. Вот именно этот попросим. Не все, конечно, вот это вот мое. Я даже не знаю, на сколько тут я накупила. 1000 на 3. Ну, все лучше, чем норковую шапочку. Правильно? 20 платков – это лучше, чем одна норковая шапочка. С норками. Не знаю. Бабушачий или не бабушачий? Покажи. Но это такая штучка, как бы хомутик такой одеваешь, как шарфик. На шею? На шею, да. А внизу висит как будто бусики. Это вообще смотрится очень эффектненько. У меня такая есть. Вот это симпатично. Катя, как думаешь, сколько я купила шарфиков? Нам разрешили? Покажи. А, здесь только по краям шитьё. Угу. По краям. А, вот ты его держишь, да? Да. Да. Ну, кстати, ничего такого. Накинь вон на Катю, что ли. Катя, иди сюда. Что-то Катя такая. Катя прекрасна. Катя прекрасна. Особенно после вчерашнего мы все прекрасны. Не, ну, кстати, прикольно. У нас вчера как раз был вечер, ты меня уважаешь? Да. Закусывай. 400 рублей. Нежненький. Берешь? Мамусику, да, возьму. Мамусику. Сама нет. Носочки. Повязочки. Это не я. Это до меня, да. Повязочки 99 рупий на голову. Вон даже есть такие золотые. Ремешки 300. Ну какие шортики, смотри, приятненькие. 500, 449. Мужу хочешь? Нет. Себе? Нет. Кому? До 4 сантиметра, это маленький, да? Не знаю. Симпатичные. Где они размеры пишут? Катя, чего хотела девушка? Я не поняла, что. Мне кажется, они хотели донейшенов, пожертвований. Донейшены, я не поняла, куда и на что. Потому что ко мне в прошлый раз они подходили. С жемчугами. А что это за маски такие с какими-то цепочками? Посмотри. Что за цепи-то здесь? Декор. Маски. Почем эти цепи? 129. И какой-то я сейчас 99 это видела. Простенько. И здесь цепочки, и жемчуга. Белье. Ага, как лифчик. Обилно, обалдеть. Это сколько? 129 даже. Лифчик на это же, боже мой. Вы знаете, как прищелкнуть куда-то, чтобы она болталась? Может быть, типа как на шее? Что-то мне придумают. В смысле, вот так вот ее носить. А, понятно. Может быть, для этого. Понятно. Предполагаю только. Ну, как эти? Как очки тоже вешают. Да. Так, ну что еще есть тут у них интересненького? Кошелечки я не ношу.
Шапочки, шапочки. Куда нам шапочки? 500 рупий шапочка. Серьезная шапочка. Неужели здесь погода доходит до таких зверств, что шапочку вот такую нужно? Еще и мех внутри. Ого. Может, куда-то с собой, если ехать, то закупаться. Да. Перед поездкой. Ой. Ой. Какая-то коробочка пожертвований. Угу. Помоги отослать детей в школу, отправить детей в школу собрать. Help send a child to school. Ребенка. Еще нашла носочки к платочкам. Тоже с бриллиантами. Да. Почему они так долго? Непонятно. Ой, какое платье красивое, девчачье, девочковое держит Маша Даша размер. А чье считают-то? Мужика? Вон ее, у нее платочек и рубашечка только. Две рубашечки. Ты мотовка. Сколько у тебя там приговор? Не знаю, 200 вернули. 200 вернули, 3000 почти, да? Да, было только 300 с чем-то. Что-то они 200 мне вернули. Может, дисконт покажем. Может, дисконт. Спасибо. Мне казалось, я за тобой стояла. Ну ладно. Набежали. Я не поняла, она взяла и вообще ушла. Вообще ушла с этой кассы. Ну мы-то тут стоим же. 3748. Контакт номер, мэм. Мама погуляла. Скажи, скажи number. Телефон Саши. Номер Саши. 6. Зачем я этот взяла, интересно? Нафига я его взяла? 6. 7. Для коллекции. Да. 8. 9. Почему, на них не было, что ли? 10. 11, 12. 13. 11. 12. Господи, что-то я какой-то вообще за 608. Чуть таки какие-то я... 690. Принтед скарт, да. 690. А где? Два принтед скарта. А какие, где? Не знаю, обалдеть. А вот из это 688, which scarf 688? Какой из них за 688? Show me, please. Which? Который scarf? Сейчас самый страшненький будет. Ну покажите, какой за 600-то? Может, вот эти, нет? Так два шарфа, может, два. Нет, ну там два раза по 688. I not understand. Better I leave 688. I don't want... Ну да, что-то шарф какой-то. Слишком дорогие какие-то за 688. Давайте-ка мне их уберите. I don't want 688. Let's count one more time, because I don't choose this expensive. I think little bit mistaken. I don't see this price. No mistake. Actually, Doga price is $6.99. $6.99. What? Can you show me? Quantity of two. $3.49. Quantity of two. Uh-huh. A quantity of two, ma'am. Ah, acha. Uh-huh. And finally... Yeah, quantity of two. And finally, how many scarf I took? 13, ma'am. 13. This, да? 13, да? But you count two times this, no?
$13.99. You count two time this $6.99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Then 13 I have. Torchen, but this price I see two time, no? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Yeah. 7, 8. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Торчен. Все, okay. Хорошо, ладно. 13, okay. А ты чего? Ты не купила водички-то себе? Там только 7-Up газировка стоит. А-а-а. А нету этих просто газировок обычных? Ни воды, ни газировок. Я уже иду прям отбеливать и все уже. Все бутылки, короче, прям... Отбеливать. Не хочу сладкой, газировку не хочу. Тогда там примет. Купил. Это я, значит, думаю, что я сильно потрясла семейный бюджет на 3700. А папочка, интересно, насколько потряс, а? Китна? 20% дискаунт. 20% скидка. Он начал с козырей. 4800. 4800. After discount. Но я чувствую, мне не хватает еще шарфиков. And battery, 4 years battery. И 4 года батарейка. Неси давай тогда вот это все. Да, I paid. Okay, tell. А где Катюшка? Катя, second floor. А, там, да? Ну ладно, хорошо. 4,5 на 9000 мы с ним, короче, погуляли. Отпустил он меня. Я думаю, ну вот, отпустил папа маму. Это он сам на свободу рвался. Now I have one more week. Все, осталось всего неделя в Гоа, хватит. Хорошо? Nice place. Катя, он часы купил золотые. Да я думала, я тут это мотовка. Ролекс. Ролекс потом. Потом будет и Ролекс. $1 million lottery. Ой, стоять. Мама, did you find your bra? Не нашла я бра. Давай, поищем. I don't know. Ксюш, Кать, смотри, твои любимые вот эти вот трикотаж, рюшечки. Смотри, какая красота неземная. Это пижама. А-а. Он мне сказал, смотри, лифчики. Где лифчики? Вот здесь, кстати, можно, наверное, белье найти более-менее, чтобы и хлопковое, и приятненькое. Так, XXL. Раскрыть надо. Там тоже закрыто? Да, да. Ну, тут разные, видишь, разные резиночки. Там у тебя открыто. Но мне надо... XXL. Ну вот М-ка. М-ка, да? Угу. Здесь разные резинки, понимаешь? Такая резинка мне не нравится. Ну, здесь пока. Но мы еще на рынок поедем, там еще можно посмотреть. Там для мужчин это большой выбор. И шортиков, и всего. Эти хорошенькие. Эти хорошенькие. Тысяченьку. Мы тебе за 250 найдем. Ты себе уже рубашечки за 1500 купила. Две. Он еще говорит, ремешок оденет. Фиг знает, а может быть ему для байка будут они неудобны. Не, надо с ним. Ты знаешь, ты потом лучше с ним приедь на байке. Да, да. I tell same. Все-таки мерить, да, надо? Да, пошли. Ага, чало. Чало. Золотыми часами махараджа у меня теперь. А я с кучей косыночек. Не, ну если погулять много можно. Ну-ка покажи. А, футболочки. Коротенькие.
Но вот то, что мы тогда с вами купили штаны, мне вот эти так нравятся. Я их прямо теперь ношу. Постирала, опять ношу. Уже ничего другое не ношу. Со стразами. А? Маленькая. Inside this. Они хотят чек. Какое? Что? А, светленькая, беленькая, с желтеньким. Зелененьким, да. Ну давай сюда твой пакет. Да. Куда ты? Пойду очки посмотрю. Очки? Давай. Да, я тут буду. Ага, хорошо. Вот эта девочка стоит рядом с Сашей, она просит донэшены. Ну, я не дала. У меня коты, они хотят донэшенов. Ну как у вас купишь, если не снять? Теперь ты его еще сильнее полюбишь. Кать, ну повернись сюда. Красота неземная. Почем? 900. А в Рамболе-то по 200. Все у тебя. Твои... 1000. Катя, я пошла к очкам. К очкам. Там тоже Катя. Там тоже Катя. И сейчас мы тоже начнем разбазаривать деньги.